Казахстане упал пассажирский самолет. Трагедия произошла во вторник днем в 13:13 по местному времени, в 5 километрах от аэропорта Алматы. По данным Генпрокуратуры, на борту находились 16 пассажиров и 5 членов экипажа. Выживших нет, на земле никто не пострадал. Среди погибших один гражданин Кыргызстана, а также 2-летний ребенок. Самолет «Бомбардьер Челленджер» CRJ-200 канадского производства выполнял внутренний рейс из города Кокшетау. Он принадлежит местной авиакомпании «Скат». Она сообщает, что трагедия произошла при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Стоял густой туман. При падении самолет развалился на несколько частей. Точные причины крушения воздушного судна расследуются. Транспортная прокуратура страны завела уголовное дело. Авиакомпания говорит, что все технические проверки проводились своевременно. Это уже вторая авиакатастрофа в Казахстане за последнее время. В конце декабря здесь разбился самолет МВД. Погибли 27 человек, среди которых были высокопоставленные чиновники.